Друзья, все отлично. Теперь мы идем дальше. Смотрите, я вам сейчас хочу показать историю, как вы можете с пэйера, вот мой пэйер, например, здесь у вас есть доллары и рубли. И сейчас покажу связку, когда вы свои доллары можете продать здесь по выгодному курсу на бирже внутри пэйера. Эти рубли мы переведем на биржу Binance. На бирже Binance купим USDT доллары, и эти доллары перекинем, например, на следующий аккаунт партнеру, например. Вот, вот такую вот сейчас многоходовочку я вам хочу показать. Ребят, смотрите, вот на балансе 49 долларов. Что мы делаем? Мы заходим сейчас на биржу. Вот, видите, наводите вот на этот график, биржа подсвечивается, заходим. И далее мы здесь выбираем раздел OLD. Вот New, а вот он OLD. Заходим вот сюда, вот нажимаем. Далее мы сейчас здесь наши доллары продаем. Например, я здесь выбираю рубли, а здесь доллары. Подтягивается вот здесь два стакана, купить доллары, продать доллары. Мне нужно продать. Автоматически подтягивается мой баланс, видите, 49 долларов на счету. И я хочу эти доллары продать. Просто пишу здесь 49,7 долларов. По курсу 61,61 я их продам. То есть 3062 рубля. Ну, можно, допустим, чтобы быстрее продать, можем курс сделать чуть меньше, 61,6, и нажимаю «Продать». Все, автоматически ордер закрывается, и заходим в спидометр, нажимаем вот здесь вот, и мы видим баланс в рублях 3241 рубль. То есть это все делается мгновенно. И теперь я вам покажу фишку. Многие эту фишку не знают. Как вы можете с пэйера, ребята, завести свои рубли на биржу Binance без комиссии и очень быстро. То есть в России очень много ребят имеют свои пэйер-кошельки. И у вас, ребята, смотрите, вы с этой платежной системой, с этим кошельком уже умеете работать. Поэтому, ну, за счет чего? За счет того, что многие интернет-проекты, они привязаны к пэйеру. Поэтому опыт с пэйером у вас есть. Вот эту связку обязательно используйте для перевода подарков. Когда иностранцы или другие партнеры говорят, мне нужно USDT, вы такие, да, не вопрос. Сразу быстренько заходите на Payeer кошелек, сразу ваши доллары превращаете, например, в рубли. И дальше что мы делаем? Вот он аккаунт мой на Binance. Я что делаю? Я нажимаю на кнопку, навожу на раздел «Купить криптовалюту» и нажимаю на пополнение с карты. То есть вот смотрите, что я делаю. Навожу на раздел криптовалюта и нажимаю пополнение с карты. Навел, пополнение с карты нажал. И теперь открывается новая страничка. Здесь нужно будет... Так, здесь английский язык. А, на русском перевелся. И вот здесь вот смотрите, ребята. Видите, банковская карта, баланс Advocash. Нам нужно выбрать... Баланс счета Payeer. Вот сюда вот нажимаем вот на кругляшок, чтобы подсвечивалось оранжевым. Далее нажимаем на кнопку «Продолжить». И здесь Binance спрашивает, сколько хотите вы перевести денег с Payeer на Binance. Давайте я сейчас гляну. Ну давайте 2000 рублей переведем. Вот, навожу сюда, в строку пишу 2000 рублей. Вот, 2000 рублей и нажимаю на желтую кнопку «Продолжить». Нас перекидывает на сервис Payeer, на кошелек. Здесь выбираем не USDT, выбираем рубль. Нажимаем «Подтвердить». Так, и еще раз подтверждаем. Все, то есть мы отправили наши... рубли с Payeer на Binance. Так, сейчас подзагрузится. Давайте сейчас русскую версию выберу. Выбираем русский язык. Открываем. Сейчас уменьшаю экран. Видите, кошелек появился. Нажимаю на Fiat Export. То есть теперь вы знаете, как заводить рубли с Payeer кошелька. И сейчас наша задача вот на эти рубли купить USDT. Вот смотрите, наш кабинет Binance. И в разделе рубли наши 2000
рублей. Теперь что мы делаем? Мы нажимаем, можем купить там, вот, ну, как бы через биржу, но это долгая история. Я обычно нажимаю на кнопку «Обмен». Вот нажимаете на эту кнопку «Обмен». Нажимаю, перекидывают на следующую страничку. Так, сейчас подзагрузится. И что нужно сделать? Я хочу мои рубли, все, например, да, 2000 рублей, а могу выбрать 1000 рублей. То есть здесь уже сами смотрите. Ну, давайте на 2000 рублей покупаю USDT. Нажимаете вот на этот флажок, и здесь открываются все криптовалюты, которые вы можете купить. Вы можете купить немножко частичку биткоина, эфириума, BNB-шки, а там USDT, USDC, BUSD, это тоже электронные доллары, просто разных блокчейнов. Нас интересует именно USDT. Нажимаю, выбираю, подтягивается USDT и нажимаю на предварительный просмотр. То есть на 2000 рублей я по курсу 62.907 куплю $31.79. У нас здесь идет тайминг, 5 секунд дается на покупку, 6 секунд. Я нажимаю конвертировать, да, говорю. И так, в процессе, отлично, все. То есть мы сделали конвертацию наших рублей в USDT доллар, обратно захожу в фиат и спот. По факту времени меньше уйдет, вот где-то на все про все 2-3 минуты. Просто я все это комментирую, поэтому немножко растянулось. А так вы видите, что с Payeer на Binance мгновенно, на Binance делаете обмен. И вот здесь вы видите, да, что сумма, ну вот то, что мы купили, $31, они вот здесь внутри этого баланса покупки, вот здесь они находятся.